Заместителя директора Нижегородской школы поймали охотники на педофилов. Поймали его, когда педагог направлялся на свидание с 15-летним мальчиком, обещая ему интимную близость. С какой целью приехал к подростку? Рассказывай. Че у него хотел? Знаешь, что с такими людьми делают? Что с ними делают? Как считаешь, мы правильно делаем, что таких как? Как оценивают скандальную видеозапись коллеги, педагога и родители учеников? Об этом и не только. Сегодня ровно в 7 вечера.